Занимать место около окошка в общественном транспорте больше не модно. Теперь его вполне может заменить экран мобильного телефона. Троллейбусы с бесплатным Wi-Fi выехали на улицы Энгельса. Пока беспроводной сетью оборудованы только два. Но, возможно, уже к Новому году интернет появится в каждом энгельском троллейбусе. Вместе с пассажирами новую услугу оценила и Анастасия Куклева. Проверить почту по пути на работу, скачать новое приложение, прочитать новости и ответить на важные сообщения. Бесплатный Wi-Fi на борту – новая услуга в энгельских троллейбусах. Теперь вместо излюбленных дорог за окном – дебри интернета. Услышав об услуге бесплатный Wi-Fi, пассажиры один за другим склонили головы. Им не терпится быстрее протестировать благо цивилизации. Первые пользователи с радостью восклицают – работает исправно. За время поездки Вера вместе с дочерью успели и фотографии друзей в социальных сетях оценить, и онлайн-заказ в магазине оплатить. Пока едешь в транспорте, очень удобно зайти в интернет, в Сбербанк онлайн, совершить какие-то платежи, там, пообщаться с кем-нибудь, написать смс, оплатить покупки, счета. Ну, пока едешь, можно время чем-то занять. Новая услуга больше, чем просто приятный бонус. Альберт – водитель троллейбуса. Говорит, с появлением Wi-Fi на его маршруте количество пассажиров заметно увеличилось. Ну, только положительные отзывы. И уже люди как бы, уже стоя на остановке, они пытаются подключиться к Wi-Fi. Больше стало молодежи к нам, ну и среднего возраста тоже люди к нам заходят, все пользуются. Соответственно, у нас выросла выручка, больше стали привозить. Выполнение плана идет 100%. Пока точки доступа Wi-Fi появились только в двух энгельских троллейбусах. Их бортовой номер, в отличие от маршрута, не изменен – 3155 и 3137. Несколько месяцев интернет там работал в тестовом режиме. Теперь он стал постоянным. Чтобы подключиться к беспроводной сети, пассажирам не нужно запоминать пароль. Достаточно просто выбрать в списке «Энгельс Электротранс». Бесплатно пользователям. Там, то есть мы там абонентскую небольшую плату будем платить, а он работает бесплатно. Каждый пассажир может, в общем-то, подключаться и в нем, значит, в интернете находить там или что-то, какие там еще там дела. Там, вплоть до электронных писем и все остальное. В общем-то, скорость неплохая, я бы сказал, потому что мы долго подбирали тарифный план. Доступная скорость интернета в троллейбусе до 5 мегабит в секунду. Зависит она от количества пассажиров, но специалисты уверяют, даже в часы пик скорость будет хорошая. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.